Освещение не такое, как хотелось бы, чтобы больше лицо, ну ладно. Ну что, доброго здоровья, уважаемые посетители канала. И я обращаюсь к тем, кто может самостоятельно рассуждать, анализировать, сопоставлять, чтобы именно для себя отобрать лучшие и применить. Интернет очень хорошая вещь. С чем? С тем, что то, что там было положено или покладено, оно остается, можно сказать, вот до наших дней, лежит там. И вы можете и так обратиться сознательно или неосознанно к этим вещам. И вдруг у вас возникает такое прозрение. Вот смотрите, внимательно слушайте. 2010 год. Я на Первом канале, обласканный всеми, грубо говоря, при деньгах и так далее, все. И я неожиданно ухожу. Я говорил, почему я ушел. Ну, кратенько повторю. По идейным соображениям, я же вам рассказываю о естественном способе оздоровления организма. Чем я занимаюсь и до сих пор. И до сих пор занимаюсь. Вот, написал книги и так далее, и так далее. И вот, смотрите, прошло уже 13 лет. Можно так сказать, что изменилось? Что изменилось с этого времени? Почитаем. Вот то время, 10-й год. Малахов Геннадий, телеведущий, народный целитель, все-таки это. Ага. Автор, вот теперь, внимание, автор многочисленных лженаучных книг, то богатство народной медицины, естественного образа жизни, достижения ученых, там, продвинутых врачей и все, что я использовал и воплотил в себе. И благодаря этому я сейчас живу, энергетика такая, ё-моё. Оказалось, вот это лженаучное. То есть то все, что, он говорит, вот человечество придумало хорошее, эффективное, оказалось, не надо применять. А вот то, что мы там говорим, ну и вот вопрос. Вот прошло 13 лет с того события знаменательного, с 10-го года, вот я сижу перед вами. Плюс я еще занимаюсь вот этой вот изодинамической гимнастикой. Показываю результаты, вы сейчас посмотрите, я прокомментирую. А что вот те люди, которые, будем говорить, истинную науку двигают о здоровье человека, а где они? А что с ними стало сейчас? А на кого они похожи? А есть ли у них жизненная энергия, желание жить? Вот сопоставьте вот это вот все. Пропагандируют зверские способы оздоровления, в кавычках, понимаете? Которые, по словам специалистов, а где эти специалисты, да? В некоторых случаях могут привести к летальному исходу. И вот я перед вами сижу, светоч народной медицины и здорового образа жизни, в процветающем состоянии полной энергетики, полной творческих сил. И вот эти вот, значит, это самое, применяющие так называемые зверские методы оздоровления. И вот у меня вот этот вопрос. А вы применяете какие-то методы оздоровления с пересадкой органов? Там вообще все неестественно, вы думаете, здоровый образ заменить там вот этими модными процедурами, которые вы провели там, и думаете, все, население там стало здоровое. Где вы, кто вы со своей наукой? Она вам помогает лечить ту же онкологию. Это онкологию сколько уже лет, и до сих пор неизвестно, что это такое, как с ним. Ничего нету, и не надо.
И вот интересно, вот к летальному ли исходу я пришел, следуя вот этим естественным методам оздоровления, которых я придерживаюсь с 10-го года, то есть 13 лет, то есть до этого я придерживался и стал совершенно иным человеком, резко все это поменялось. И дальше я придерживаюсь, вот я такой. Ну, давайте еще. И написали печальный финал у тех, кто вот этим вот мерзостью занимался, не вникая, не понимая, и даже просто не это самое, не это, нет, этот человек, он не может сделать, он глупый, он, ну, не знаю, как там дальше это самое, как это сказать. Так, дальше тут пишут, это вы можете посмотреть, тут вот некто Елена, у которой имеется 289 подписчиков, она тут как раз взяла с сайта НТВ вот эту передачу. Геннадий Малахов лжет. А почему я ушел, в смысле? На самом деле на теле целителя выступили белые пятна, лечение которых по рецепту самого Малахова происходит при помощи мочи. Чтобы избежать позора, Малахов сбежал. Эти белые пятна, вообще-то, это большой укор. Также вот этот укор, она все что угодно делает. Официальной медицине, которые у меня появились после того, как я попал в 7-летнем возрасте под машину. Естественно, я никуда их не скрывал. Более того, вот эти белые пятна, естественно, для ребенка, для молодого человека, явились своеобразным таким изъяном, что вот у тебя пятна там на коже, вот ты не такой, как все, вот ты какой-то пятнистый, ну, ты... Ты, грубо говоря, уже внешне ты какой-то ненормальный. И мне пришлось преодолеть очень много, сделать усилий для того, чтобы избавиться от этого комплекса и не комплексовать. Это так, к слову. Ну, далее, значит, выступили, да? Ох, и от позора сбежал. Грубо говоря, позор при таких деньжищах, которые мне платили на Первом канале, не является той причиной, чтобы от них бежать. Наоборот, туда только стремятся. Но я же именно по идейным соображениям, чтобы остаться внутренне действительно чистым, либо ты естественный образ жизни, за естественный образ жизни, за естественное исцеление организма, которое я придерживаюсь, либо же ты за то, что тебя начали там навязывать, за таблеточки, за разного рода клиники, за разного рода там методы лечения там, и оздоровления, которые в некоторых случаях убивают. Я как раз вам рассказал вот об своем друге, Магомаде Хамраеве. Простую какую-то там, типа бородавку вырезать и на коже, сделали обезболивающий укол, и человек скончался. Вот другой случай, мой хороший знакомый. Нашли у него полипы, которые можно было удалить естественным путем, все нормально. Вот так вот, грубо говоря, распанахали ему живот. Ну и теперь как хочешь, так и живи. И много-много чего. Я в свое время достаточно наэкспериментировался с официальной медициной, чтобы у меня больше не возникало желания полечиться у нее. Что-нибудь отрежем, что-нибудь испортим, а потом как хочешь, так и живи. Болят гланды. Мы их вырежем, да и все. Будто нету никаких способов. Понимаете, вот нету никаких способов, как только вырезать эти гланды. Хотя давно известно, как можно с этим делом справиться. Гланд нету, все. А то, что начался потом насморк хронический, полилась слизь из носа, а это уже другая история. А тут мы тебе нафтизинчиком дадим. Ну, капай нафтизинчик. А, нюх пропал? Ну что? Мы же лечили. Опять-таки вспоминается отец, который пошел в больницу там полежать, от чего-то там его полечили. И на обходе он доктору говорит: доктор,
у меня руки трусятся. А доктор ему отвечает, а что ж ты хотел, мы тебя лечим. Ну так, а до лечения-то они не трусились. Дальше идем, как сделали красиво. Ага, в 2011 году Малахов стал сниматься в проекте украинского телевидения телеканала «Интер». Здоровенький Булы с Малаховым. Телевидение украинское предоставило такую возможность. Позвало меня для жителей своей страны. И дальше. Видимо, предыдущий урок он не смог усвоить. Не смог усвоить. Ох, как бывает. Урок не смог усвоить. И вот этот урок, который продолжается вот уже 13 лет, где те люди? Где те методы? Где те вот, а где ихняя наука? И что с ними стало? Они ее применяют сами для там, своего оздоровления, чтобы они там выглядели? Или ничего там не делают? Ну вот и посмотрим предыдущее занятие, как я там занимался. Насколько я стал более мощным? Насколько крепкие и здоровые мои суставы? Насколько вообще крепок мой организм? А мне уже 70-й годик-то пошел. Где же вы теперь, мои друзья, однополчане? Ну вот где, которые вот это все писали, где это делали? Ну, я предлагаю вам посмотреть вот это вот видео с моими комментариями. Итак, перед просмотром я еще заостряю ваше внимание. За полчаса до весны встретиться бы нам надо было бы. Существует огромная масса всевозможных методов оздоровления, официальных, неофициальных, зверских и так далее и тому подобное. Но все это проверяется временем. То есть, вот, грубо говоря, люди начинают чем-то заниматься, они могут вначале получить хорошие результаты, а потом все эти результаты почему-то скатываются. То есть методика работает до определенной какой-то, до определенной степени, до определенного времени. А дальше надо либо что-то искать, либо менять, либо она начинает свою противоположность показывать. Это очень важно понимать. И вот эти все методики, берем сейчас с 10 года по 23, все эти методики, которые там предлагают, которые там рассказывают, вот такие всякие, и суставы будут, и сухожилия будут, и прочее будут, энергетика и так далее, и половая потенция, и мясо у вас будет, и духовный прогресс будет, и личностный рост будет, и деньги будут, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Все это проверяется в течение времени. Время – это критерий, который показывает, что истинно, а что ложно. И вот в этом всем надо разбираться. Теперь приступим, посмотрим с моими комментариями. Это было вчера. Я занимался. То есть я продолжаю заниматься. Взявшись за что-то, я делаю. 440 килограмм. Ножки продавливается энергия. А когда здесь лежит таз, то за счет того, что вы упираетесь в гриф ногами, у вас получается, что позвонки, которые сместились в районе поясницы, копчика, они становятся на место, то есть вы их выдавливаете назад, они вот сюда уходят, а вы их назад, раз. Валенки для того, чтобы самое место, которое больше всего получает нагрузки, стопа, было бы в тепле. Конечно, какая-то экзотика вроде бы, но тут есть глубокий смысл. 520 килограммчиков опять продавливаем. Энергия пошла по ножкам. Вдоль она идет. И в результате чего? Стимулируется. Сейчас я вам еще покажу. 600 кг. Стимулируется костный мозг. Который. Смотрите. Вот.
ну, можно сказать, медицинская наука узнала о том, что вот, ну, как работает, грубо говоря, костный мозг, что он там продуцирует, вот, надо, как бы сказать, вот с ним какие-то манипуляции поделать. Кстати, вот 800 кГц. Опа! Продавил 800, попробуйте кто-нибудь сделать 800 килограмм. Да, есть такое. Так вот, у них мысли не идут дальше того, чтобы, ага, если там что-то там случилось, вот этот мозг, будем говорить, мы там от одного человека пересадим к другому, и он начнет там работать, и все там такое будет. У них вот так мысли работают. А может, по-другому посмотреть на этот феномен и как-то стимулировать этот костный мозг для того, чтобы он сам работал. Вот здесь, видите, вот как раз руки работают, вот здесь вот по костям как раз идет стимуляция костного мозга рук. Я просто вот слушаю все эти вещи. Вместо того, чтобы сохранить печень, мы вам пересудим печень. Ну и что вы, что пересудите? А потом надо на всех этих таблетках сидеть. И годика через 3 или 5, максимум, наверное, 7, но 10, надо опять искать донора, пересаживать и так далее. При этом качество жизни. Что ж это за жизнь? Постоянно на таблетках, которые уничтожают ваш иммунитет. Наоборот, вот эта гимнастика настолько отдаривает человека своей собственной энергетикой, то есть здесь вы вырабатываете свою собственную энергетику, которая является лучшей защитой. Это как раз лучший иммунитет. Ну, видите, 210 продавил. Смотрим дальше. Дальше смотрим. Смотрим дальше. Вот. У меня ум работает следующим образом. Если что-то там, грубо говоря, работает, то а нельзя ли это дело как-то сделать более естественным? Не идти вот по какому-то такому, по какому-то, знаете, пути, ну, неестественному и действительно живодерному пути с этими пересадками, с этими операциями, отрезаниями и так далее. Ну, все что-то можно сделать без этого. Вот оно, упражнение боевое, трудовое. Видите, здесь работают ноги. Как раз идет выработка, вернее, стимуляция костного мозга, который вырабатывает очень вот хорошо эти стволовые клетки. Плюс здесь развивается самая большая мощность организма, проявляется. И вот это вот упражнение одаривает общей силой весь организм. Общей силой одаривает. Плюс поясница, опять-таки поясница, где позвонки уходят внутрь за счет того, что вы давите вес. Все это выдавливается, становится на свои места. Итак, смотрим. Опять-таки, ножки, вот здесь давление будет. Самое большое давление, конечно, здесь. В коленных суставах, тазобедренных суставах. Вес. Смотрите, какой вес. Настраиваемся. Ну давай, хватит кряхтеть. Вес 940 килограмм. Опачки, пошел. Видите, какая нагрузище. Какая энергетика вот так вот проявляется. Мощнейшая. То есть аура вот так вот растет. И все это, естественно, насыщает каждую клетку организма. Три раза, да? Это вот я сейчас... Очень хороший показатель. Очень. Через... Три раза. Вчера это было занятие, а сейчас вы видите, сколько энергии у меня накопилось. То есть она не потратилась никуда. Она, наоборот, еще больше ее стала. Это интересный очень феномен этой гимнастики.
да, конечного упражнения движения тяги, 400 килограмм. Какая поясница больного человека это выдержит? А у меня уже было такое там, кое-что там, с суставами. Но, нашел таки методику, стал заниматься. 360. И где же вы теперь, друзья, однополчане, которые в 2010 году чмырили меня зверскими методами? Я не хочу сказать, чтобы они что-то эти попробовали. Я наслаждаюсь здоровьем, которое дает этот гимнастик. Обновлением организма. Ну, сколько тут? 460 килогерц. Опять-таки, смотрите, по позвоночнику. Симулируется позвоночник. Энергия пробивает, будем говорить отсюда. Опять-таки, ножки. Костный мозг задействован. Стимулируются межпозвоночные диски, стимулируется опять-таки вся энергетика и все. Необыкновенно сильно укрепляется живот, абдоминальная часть должна быть. Представляете, от натуживания у вас все вылезет в виде грыж, а тут все укреплено. Итак, вес 520 килограмм. Опа, есть! То есть в каждом упражнении я так прошелся практически по своим максимальным весам. Ну и заключительное упражнение. То есть в результате этой гимнастики. Потом жарким я обливаюсь. Кровью члены все охвачены. Организм прогревается. 70. Всякого рода там болезнетворная микрофлора там сжигается, пережигается. Клеточная работа активируется. Поры расширяются, кровообращение идет по всему организму, и, естественно, энергообращение идет по всему организму. И вот те люди, которые вот это все говорили, достаточно. Я вроде бы в своих книгах, так сказать, вот это, они все-таки лжекниги, я все разложил, меня интересует механизм оздоровление того или иного средства, того или иного метода. Итак, все это изложил. Нет, ни механизмы им не нужны, им ничего не нужно. Им своя какая-то. Они сами погибают. И своей ложной наукой тянут всех остальных туда же. Я же на своем собственном опыте показываю вам, насколько можно быть здоровым, энергичным, творческим. Так сказать, активным членом общества. О, отлично сказано. Особенно членом общества. Позвоночник. Вот здесь вот особая нагрузка. Опять-таки я говорю, на вот эти вот, на низ живота. Должен укреплен. Естественно, поясница. Все это. Вот. Еще разок рассказываю об этом упражнении. Да, слушайте. Супер-дупер, великолепно выравнивает спину, устраняет вот этот загривок. У кого загривок? Укрепляет живот. Если он не укреплен, здесь все у вас повлазит. Ну, естественно, спина должна быть. 360 вес. Я-то уже занимаюсь четвертый год. И я начал, естественно, со 100 килограммов, потихонечку набавляя. Ну, опа, 360 килограмм, есть! Вот так вот. Делаю осторожненько, под контролем, где что, чтоб нигде ничего не вылетело, не лопнуло, не треснуло. Вот, это уже нарабатывается с годами тренировок, с годами освоения методов тренировок. 410 килогерц, ну-кася. Давлю медленно, прислушиваю, чтоб ничего тут нигде, тут не вылезло, не лезло. Укрепление неимоверное идет. Опа! Есть! 410 килограмм. Есть 410. О, хорошо. Ну что, план выполнен. Редкие есть занятия, когда все, что ты там наметил, все сделано. Редкие занятия, ну вот, сегодня такая тренировка.
же больше немножечко, чем планировалось. Теперь надо сделать отдых как минимум дней 5. Иначе не успеешь восстановиться и будешь копаться. И интереса не будет. И вот знаете, вот я там сказал, дней 5 сделать отдых. А я уже чувствую, вот ночь прошла, что я восстановился. Ну это, так сказать, вот должно быть еще больше восстановления, чтобы был прогресс. Поэтому, еще раз, вот хочется вам сказать, все проверяется временем. То, что казалось хорошим, эффективным в самом начале, а как она сработает через год, через два, через три, через пять и так далее. Давление колоссальное. 410 килограммчиков. На пятки. Вот, и вы смотрите на тех людей, которые не в самом начале накачали мышцы, а смотрите, вот, грубо говоря, лет через 20, через 30, что с ними стало, где их мышцы, где их здоровье. Ну вот. 23-го года. Грудничок, прессик, все такое. Резко слабовато. Ну что, видно пресс так, более-менее. Ну, есть видео более другие. Вот что я хотел бы вам сказать. Зверские методики, шельмование и прочее. Рассуждайте сами, смотрите там на этого человека, которого выбрали, а что с ним происходит. А может он действительно, знаете, вот пройти через все эти шельмования, отстоять свои убеждения, отстоять самого себя. Это очень важно в жизни. Никто не хочет, чтобы вы показали весь свой потенциал. Здоровье, творчество, успеха, богатство и так далее. Все хотят просто-напросто на вас эксплуатировать, вас как-то подавить и так далее. Да что ты там неумытый, да что ты там глупый, да что ты там слесарь, токарь, пекарь и так далее и тому подобное. Вот поэтому обращаюсь к вашему разуму. Слушайте, смотрите, что вам говорят, делайте соответствующие выводы и идите за теми людьми, которые в течение десятилетий показали что-то достойное. И вот вся моя предыдущая, если взять вот это оздоровление, да, у меня были великолепные этапы оздоровления, энергия была ключом и так далее, и так далее. И были этапы, когда, грубо говоря, ты просто-напросто все это пускал на самотек, там, делал там свои там дела и так далее, и так далее, и так далее. Вот сейчас у меня такой этап наступает на 70-м году жизни, что я понимаю, это какое-то произошло второе мое рождение со светлой головой, с великолепной энергетикой, с пониманием того, что нужно делать и как нужно жить. И на этой ноте я заканчиваю.